5 жизненных навыков для стильного мужчины. Как пришивать пуговицу? Отрежьте 50 сантиметров нитки, проденьте ее в иголку и сравняйте концы. Обмотайте концы вокруг пальца в форме креста. Ухватите за кончик и выкрутите указательный палец из петли. Прижмите средним пальцем и потяните другой рукой. Так получится хороший узел, который не развяжется. Начнем с того, что обозначим X. Проденьте иголку с тыльной стороны ткани на лицевую. Затем в обратном порядке. Повторяйте так, пока не получится X. Мы будем его использовать как разметку для пришивания пуговицы. Поместите вторую иглу сверху пуговицы. Это пригодится для формирования ножки. Начинайте пришивать пуговицу по нашему X. Начинаем с тыльной стороны к лицевой, затем в обратном порядке. Первые несколько раз придерживайте пуговицу иглой. Так надо продеть 6 раз через каждую дырочку в пуговице. Вытащите иглу с лицевой стороны и уберите вторую иглу. Формируем ножку, обернув нитку вокруг 6 раз. После чего проденьте иглу обратно на тыльную сторону. Сейчас проденьте иглу через нитку, затем через получившуюся петлю, чтобы создать узел. Повторите так 2-3 раза, и все готово. Лишнее отрежьте. Готово. Как быстро придать блеск обуви? Подготовьте рабочую поверхность, подойдет старая ткань или газета. Вставьте в туфли распорки для жесткости. Сбейте пыль и грязь щеткой из лошадиного волоса. Оберните мягкую ткань вокруг двух пальцев. Нанесите крем круговыми движениями. Пока сохнет первая туфля, нанесите крем на второй. Полируйте крем на первой туфле другой щеткой из лошадиного волоса. Делайте короткие, легкие движения. Отполируйте вторую туфлю, и вы закончили. О да! Как гладить рубашку? Залейте в утюг дистиллированной воды и выставите нужную температуру для вашей ткани. Начинаем с тыльной стороны воротничка. Гладим от края к середине. Если будем гладить в направлении краев, то могут появиться складки. Далее работает с манжетами. С тыльной стороны гладим от краев к середине. Затем разок проходимся по лицевой стороне. Таким же методом. Аккуратнее с пуговицами. Далее гладим рукава. Руками расправляем ткань, чтобы не было складок. Гладим от манжета к плечу. Если надо, то же самое делаем и с другой стороны. Теперь время для спины. Осторожно на швах. Сначала надо прогладить под тканью, затем сверху нее. Рубашку приходится двигать время от времени, чтобы разгладить всю спину. После принимаемся за плечи. Гладим от краев к середине. Разверните рубашку, чтобы разгладить другую сторону. Теперь гладим переднюю сторону, осторожно с пуговицами. Убедитесь, что борт выглажен идеально, потому что это самая видная часть рубашки. Когда гладим карман, то гладим от края к середине.
В самом конце гладим лицевую часть воротника. Как и раньше, гладим от края к центру. Готово. Как ухаживать за замшей? Храните замшевые вещи в отличном состоянии при помощи щетки. Главное – использовать подходящие инструменты. Применяйте щетку с металлической щетиной, каучуковой щетиной или просто резинкой. Осторожно, не усердствуйте сильно, чтобы не повредить замшу. Бережно водите щеткой, чтобы убрать грязь. Ведите щетку в одном направлении, чтобы ворс сложился гладко. Если вы пролили воду на замшу, промокните бумажным полотенцем и оставьте сушиться. Если пятно от воды осталось, тогда нанесите тонкий слой воды на всю поверхность и оставьте сушиться. Когда просохнет, то пройдитесь щеткой и все будет хорошо. Защитите замшу от дождя и снега спреем от влаги для замши. Когда спрей впитается, пройдитесь по обуви щеткой. Шикарный вид! Как разложить костюм? Залейте в утюг дистиллированной воды и выставите нужную температуру. Для костюма из шерсти используйте низкую температуру. Слишком большая температура повредит ткань. Используйте ткань-прокладку. Это защитит костюм от перегрева. Прижмите утюгом, потом поднимите его вертикально. Не гладьте утюгом, как если бы вы гладили рубашку. Это приведет к блеску на ткани. Разглаживайте только те места, где оно необходимо. Это локти, спина и части с лицевой стороны. Убедитесь, что разрезы выровнены. Расправьте ткань, чтобы не появились складки. Затем разгладьте морщинки и вмятины. Разглаживайте только центр рукавов. Острые края на рукавах допустимы только у рубашек. Будьте осторожны вокруг лацканов. Избегайте появления складок в этом месте. Брюки следует гладить по такому же принципу. Начните с разглаживания внутренней части карманов. Выверните карманы, когда будете гладить переднюю часть и заднюю часть брюк. Используйте ткань-прокладку, я ее тут убрал, чтобы было лучше видно. Если штанина помялась, то разглаживайте по одной штанине за раз. Обязательно проверьте швы, они должны быть выровнены. Расправьте ткань, прогладьте края, чтобы были стрелки снизу. Затем сверху, с каждой стороны. После чего продолжайте формировать стрелку вниз по штанине. В конце прогладьте центр штанины. Переверните брюки и проделайте то же самое со второй штаниной. Ненавидите гладить? Попробуйте пользоваться паром. Бум! Какого навыка вам не хватало?